соберу пресс-конференцию, расскажу, как на самом деле все это было. Какой взятки я не брал, официально заявляю. Под давлением все это заставили меня взять. Не взять, а принять все. Я ничего не брал. Ни одной копейки. А то следствие, вот тебя и заставили, пугали. Я все расскажу. Только взятки я не брал. Надо мне напишем сейчас предварительное, да? Все мое жалобы. Да? Чтобы дать возможность подготовиться, если я действительно могу доверить от почты. Ну, выступить, так сказать, перед СМИ. Я выступлю. Да. Сейчас я подготовлюсь, Сереж. Для этого нам нужно будет отдельное время. И, видимо, как-то мы свяжемся. Обязательно. То есть это будет не сегодня? Нет, не сегодня. Да. А будете обжаловать? Да. Обязательно. Ну, обязательно. Решили, что это такое? Мы ждем постановления. Судья сказал мне сегодня, что мы оплачиваем. А вот они говорят, что вы умышленно не уплачивали штраф. Все-таки вот, у вас была возможность такая? Не было такой. Не было такой возможности. Вы были на судебном процессе, я сейчас слышу. Не было такой возможности. Документально, тем более, ничего не подтверждено. Это все, так сказать, это все домыслы. 4 года человек, так сказать. Малолетние дети сейчас, так сказать, все кредиты. Я что, пойду сидеть, что ли? Да я не пойду. Это однозначно. Нет, я сказал свое слово. А дело в том, что мой подзащитный, когда волнуется, у меня поднимается давление. Ну, доведут, и все просто, так сказать. Он гипертоник второй степени, поэтому 9-го он не смог сидеть с волнением. Я пробежал в больнице. И больничный лист на сегодняшний день еще не закрыт. С учетом того, что вот долго длится, вышел сам, чтобы решить окончательно данный вопрос. Что-то еще хотите сказать, что письма не чувствуют? Я обжаловала на первоначальный приговор. Знаете, вот моя вина, не надо было сотрудничать со следствием. И все. Там никаких абсолютно доказательств нет. Вот и все. Просто, значит, была договоренность сама, значит, со следствием. Что вы все признаете, остаетесь на свободе. Да. А вместо этого вон что, выкинули сейчас. И штраф такой неподъемный сразу дали. Откуда у меня такие деньги? Если кто меня знает, так сказать, я понимаю, что это массовая информация.